Такой классный мультфильм про динозавров. Вот. О, ребята, привет! Я только что смотрел такой классный мультфильм про динозавров. Сейчас попробую их изобразить. Будешь мне помогать? Да? Хорошо. Сейчас я тебя включу, будешь мне помогать. Вот так, папа. Эй, привет! Итак, какие динозавры? Динозавры! Ой, Олег, привет! А что ты здесь делаешь? Я? Кто? Я показывал ему динозавров! Вот, смотри! Ничего себе! А где ты так смотрел про динозавров что? Я где смотрел? По телевизору показывали передачу. Не передачу, сначала передачу, а потом мультфильм. Да? Да. Я сначала посмотрел кусочек передачи, а потом большой кусочек мультфильма. Вот такой. А я, знаешь что? Я прочитал вот такую книгу про динозавров. Ага. Вот такая маленькая. Как раз по тебе пошло. Маленькая. Да. Вот такая маленькая. А ты можешь мне немножко рассказать про динозавров? А то в мультфильме так интересно было. Ну садись, я тебе расскажу. Садись. А я сейчас. Ребята, будем слушать. Надень, сегодня держи. Попробуем узнать все про динозавров. Так, держи каркушу, она чтоб тоже слушала. Каркушка. Так, я слушаю внимательно. Привет, ребята. Так, приготовьтесь слушать меня. Да. Вот такие. Вот так. Куда? Ну они были разные динозавры. Садись. Куда? Тише. А, ну, пусть полезет пока. Давай. Рассказывай. Так вот. Значит, динозавры, они вообще, ученые считают, что их было около 500 видов. 500 видов было. Представляешь? Сколько? 500. Они только еще открыли 500 видов. А еще говорят, что еще их больше было. Но они пока не открыли. А когда они жили, динозавры? Ой, очень-очень много миллионов лет назад. Ого! Да, представляешь? И они были вот разными. Некоторые вот так вот, как ты. Оо, такие большие. А вот такие были. Прыгали. Да. А потом вот такие летали. Как твоя каркуша, только много-много раз больше. Так вот. И представляешь, они, ученые, вот, они до сих пор не знают, у них самый главный вопрос, все-таки какого цвета была у них кожа? Зеленого, красного. Или там синего, представляешь? Вот, но самое интересное, у них было кое-что похожее с твоим. Знаешь? Похоже? Да, температура тела. Вот у нас... А подожди, а какая же у нас температура тела? А у нас 36,6. Это 36,6? Да. А у них было 36 или 38. Вот так вот. Ну, вот это да. Да, там все зависело. А они были большие эти все? Ой, классные. Типа зажар. Да. А маленькие были? Маленькие. Самый маленький динозавр был не менее 3 килограмма. Представляете, ребята? Да. Это малыш. 3 килограмма, да. Малыш. Да. А большиш тогда был, наверное, килограмм так... Не-не-не. Не килограмм. Тон. Представляешь? Вы знаете, ребята? Достигал несколько тонн. А да. В одной тоне это целых... 1000 килограмм. 1000 килограмм. А сколько там был большиш? Больше тоны. Вот так было написано. Больше 1000 килограмм! Да, представляешь? Ребята, представляете? Нам сегодня Жорик рассказал про динозавров. Да. Они бывают и маленькие были, и большие. И большие, и да. Летающие, и прыгающие, да. И танцующие. И бегающие. И бегающие. Да. И температура тела у них такая же, как и у нас, одинакова. Да. И вообще они были громадные. Да. Больше 1000 килограмм. Да. Слушай, Жорик. Я предлагаю посмотреть мультфильм. Мультфильм? Да, потому что я думаю, ребята уже все запомнили, и они уже хотят мультфильм посмотреть. Я только за! Давай! Я буду здесь! Давай, а я здесь! Все, вот так. О! Ух ты!